О, там, смотрите, транквилизатор, наверное. Кто его здесь ставил? Непорядок. Он заряженный? Наверное. Попробуйте, давайте. Может проверить? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А на стенку лучше, что на меня-то? А, ну хорошо. Воу. Ну что-то стреляю. О, я знаю, на ком проверить. Да класс, идите сюда. А ну-ка, так. ну-ка. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? А нам открыли... Мы, короче, покушать хотели, и нам открыли дверь. Нам как-то... Да-да-да-да. Давай, стреляй, стреляй. Свет погас, и мы решили разобраться. А нет, это не транквилизатор, это пистолет. Так это еще лучше? Можно уйти, можно уйти. Нет, вы теперь нет, под давай. Нашим надзором. Открывай, я чай открою. И давай. Ну-кась, ну-кась. Давайте, сюда, быстро, сука. За вами охрана придет, наверное, и, короче, обратно отведет. Что там хрень какая? Сука, давай веди их, я их сюда. Быстро, сука, быстро, быстро. Давай, давай, сюда. Ну-ка, зашли. Зашли. Заходим, зашел. Куры, зашли, давай. Давай, пак. Цыпа, гули. Хочу сообщить вам, что у моего проекта по SCP появился наконец-то собственный сайт. Теперь вы можете быстро поддержать проект и получить за это бонусы, просто авторизировавшись через Steam. В мгновение ока пополнив счет, вы можете парочкой щелчков мышки выбрать интересующий вас бонус, получив его почти мгновенно. Теперь не нужно долго ждать и писать администрации, все быстро и без лишних заморочек. Ссылочку вы найдете в описании. Пока. Здесь. Пойдем. Охрана придет. Да сука, вы что издеваетесь? Опа, а ну-ка. И его, ну-ка, тогда ну-ка, еще ну-ка. Второй. Загон. Да класс, гули. Охрана, мы там заперли, короче, кучу до класса. Они убежали, сволочи. Стоять, сука. Сбежали. Давай, стреляй. Я тебя подбадривать буду. Коля, тут банка колы, по-моему. А как расплатиться в автомате? Сейчас я карточку проведу, у меня есть деньги. О! Неплохо. А, нет, это не банка колы. Это таблетки. Ясно, опять колеса подложили. Блин. Ну я потом верну. Сотые колеса? Да, колеса. Не-не-не-не-не, это... Аспирин, какого хера? Какая эволюция? Куда? Обратно! Все, уничтожить его, уничтожить, чтобы неповадно было. Устранить. Нам нужно задавить бунт. Братан, нам нужно задавить бунт. Его. Убей его! Вот и все. Вот и все. Коммунист! Фу. Внимание! В данный момент данный комплекс находится под атакой и вторжением агентства Chaos Insurgency. Пойдем сдадимся просто! Сучка! Драная! Сюка! Давай, быстро иди! Иди куда-нибудь! Иди! Не туда! Бля! Сука, не успел использовать аптечку. Я выбраться не успел, пацаны. Не понял. Братан, руки вверх, ага. Руки вверх, стрелять буду. Ну, сука, ладно. Привет, а ты что тут делаешь? Я, короче, блин, не успел выбраться с вертолета. Смотрю, тут, короче, вот этот хер стоит. А, понимаю, ну давай я тебя с собой притащу. Пойдем куда-то. Ну пойдем вместе, пойдем. Меня просто внезапно до командира повысили, сам понимаешь. Вот эти вот смены возрастные. А что, так можно было? А куда нужно писать, чтобы повысили? Да, представляешь? Так? Берешь и повышаешься, если командир малой. Норм. Дамы и господа, и сейчас мы придем. Не я и мой... Телохранитель. Телохранитель. Да. Я подмазаться решил просто, чтобы до лейтенанта меня повысили. Ну короче, в офис будем стреляться. Услышали? В офис уходим стреляться. Что делаем? Берем, молимся великой ламе и просто бежим на пролом. А что за лама? Какая лама? Я не понял. Надо штурмовать интерком. Смотрите, это... Секунду. Это религия... Ой-ой-ой, нет, поздно уже. Блин, откройте, суки. Я вас голыми руками. Ой, блин, свои, сорян. Ты, дебил. Я извиняюсь. Да все, идемте просто. Это был командир, кстати. Блин, я чусь. Я сдаюсь, сука. Мы пока что вызываем сатану. Херачим друг друга. Да, по взрыву гранаты херачим друг друга. Круг. Кидай. Сука! Все, кто выживет, тот победил! Нет!
Я отслеживаю в семячике, нет, сука. Да нахер их так много-то? Скини, быстро. Давай, научный сотрудник, Спанч Боб, пойдем, 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 пойдем. Ублюдки! Вам сказали там! Ё-моё! Не убивайте священный Д-класс! Отойди! Стоять тут! Стоять тут! Стоять тут! Добрый! Давайте мочите их! Доктор! Доктор! Жёлтых! 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 Ебошек! Это очень хорошо! Спасибо за сотрудничество 049. Мы очень ценим вашу поддержку, доброту и любовь! Бра! Ой, блять! Да зачем ты их воскресил-то, сука? Нет! 049, я хуйкал. Официально заявляю! Ой, пиздец! Сука, прям за тобой! Сука, подзатыльник! Стреляй! У меня разрядился патрон! Спасите меня! Нахуй! Беги, дурак! Как я жив остался, ёбану в рот. Ну, и как я жив остался, сука! Сука, как я жив остался? Уходим, уходим. О, нет, там дед! Сука. Он нас отрезал, братан. Ну, ёб... Ты должен меня спасти! Ты должен меня спасти! Ну чё, давай, 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 Ниха, Ниха. Долговязый, дед, иди дед, сюда! Дед, дед, дед! Беги, дурак! Какой долговязый, ты о ком вообще? Жди, 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 мы уже, мы уже, мы... Давай, 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 давай! Пока. Все, пока, урод. Господа, господа, у нас тут говно в лифте. У меня говно под наблюдением, оно исчезло, говно исчезло. Говно исчезло, как приняли. Прием. Это я его вытащил. Я не принял. У нас двери автоматом закрываются. Бежим отсюда. Сука! Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Я чувствую поветрие, я чувствую поветрие. В ком? Я у кого-то чувствую поветрие. Я у этого человека чувствую поветрие, я у этого человека чувствую поветрие. Нет, отойдите от него, пожалуйста. Не делайте ничего, нет, подождите. Отойдите от него. Мы откроем вам интересно. Он был болен. Сука, он ёбнулся! Он ёбнулся! 049-й ёбнулся! Может, пойдем до класса оставим по приколу? Да блин, а что с этим дебилом делать? Он же двинутый по фазе. Ладно, сейчас все будет. Какой будет-то? Командир, вы живы, господи, как же мы рады. От 049-го всем отойти, выводим объект. Окей, мы отходим. А, твою ж мать, да блять! Давайте, сражаемся. 049 на устранение, да? Да. Отойдите с прострела. Не хочу умирать. Сука, я ж тебя убью, нечаянно. Откройте дверь. Ты будешь здесь, я с тобой. Нет! Он забрал нашу. Я попал. Минус один, 1/200. Нам нужна граната. Сейчас я пошарю в карманах. Да бегите. Ликвидирован. О, он ликвидирован. Все, не нужна граната. Ой, нет, уже поздно. Поздно. Нет, что-то не так пошло. Умаева, му синдейру. Нони? Сука, чего раньше не могли сказать? Нихуя. Это что было, блять? Тупо нахуй всех вынесли. Да, это из Браво 10, что случилось? Кто говорит, доложите. Охранник, Браво 10. Прием. Вас плохо слышно, у вас какие-то помехи. Поменяйте этого оператора. Ау. МТС говно, давай на Киевстар звони. Пожалуйста, не засоряйте эфир. Ну это вы засоряете эфир. Смотрите, наушные задроники, если вы незамедлительно придете в офис, то мы можем вас... Дебил, я тут. Я тут, дебил. Что делать будем? Смотрите, что нашел. Кого? Покажи, не понял. Вот это. Что? Вот. Синяк. Вот, смотрите. И что мы будем сделать ней? Что, зачем она нам? Мы будем, смотрите, весь D-класс, который будет плохо себя вести, будет... Быстрее, спасите! Ох, блядь! Все. Ой, нет, там 049-й. О, ужас. Спасите! Пушинка, не паникуй так сильно. Мне самому страшно. Нет, надо паниковать, все. Сука, понимаешь, мне страшно только из-за того, что ты орешь.
Лево, вправо, налево! Нет, это ловушка! Сука, сейчас я оба поворотника включу. И в местах, и в людях, быстрее. Блядь, как жить нахуй? Сука, до класса ты еще выбрался-то? Как ты это чутился? Быстрее! Это тоже ловушка! Это выход! Ловушка до класса. Это выход! Не, ловушка. Не, ловушка, а как мы выйдем, блядь? Слышь, дебил! Давай уходим. Чё-то с ним херово. Уходим. Он сквозь землю провалился. Ужас, аномалия. А, сзади, сзади охрана. Что? Я сдаюсь. Все, сдаюсь. Дайте аптечку только. Пожалуйста, ну я сдался. Так, лицом стене. Сейчас, дай аптечку используй, пожалуйста, пожалуйста, сейчас. Все будет, братан. Я еще аптечку. Я хочу, чтобы ты понял, как было мне, когда ты связал меня, любимый. А я тебя связал, сука, блядь. А я ж тебя не бил. Осозна... Ну ладно, давай я попробую договорить. Слышите, что, этот с нами, он хороший. А какой хуй у тебя разоружатель? Ну-ка нахуй, все из рук убрал. Дурак. Я у него украл. Гордый. Да, он меня украл. Он меня связал. Тебя украл? Да, он меня. Он мое сердечко украл. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.